лучший город Земли. Это город Бийск, поселок Молодежный. Я люблю свой поселок. Находится он в Сосновом Бору, на берегу реки Бия. Воздух здесь чистый, свежий, пахнет хвоей. Рядом с моим домом находится школа и детский сад «Лесная сказка». Есть в Молодежном и мемориал славы, память в наших сердцах. Знаменательные даты – День Победы, День памяти неизвестного солдата, День защитника Отечества. Мы проводим митинги и возлагаем венки и цветы. Единственным центром досуга в поселке является школа. В нашей маленькой школе есть 3 очень интересных кабинета. Это этнографический музей «Русская изба», кабинет историка краеведческого направления и музейная комната «Хранители лебедей». А визитной карточкой поселка Молодежный нашего города являются лебеди-кликуны, которые с 90-х годов прилетают к нам на зимовку на реку Бия. Именно лебеди вдохновили на благоустройство набережной «Берег Надежды». На набережной с 2014 года мы проводим экологические субботники и краевые арт-фестивали «Лебедушка». С привлечением лучших творческих коллективов Алтайского края. На фоне багряного неба играет, искрится река. Плывут величавые лебеди и радует взор меня. Ах, как же красив Молодежный у нас! Мы ждем вас, зовем вас приехать до нас. Я Сергеева Ксения, ученица 6 Б класса, школа 33, корпус 2. Участница эколого-туристического волонтерского отряда «Хранители лебедей».